Друзья, всем большой привет! Я рада приветствовать вас на новой серии «Призрака Цусимы». С вами Ирина. И сегодня мы продолжим изучать историю наших товарищей. Так, смотрите, мы остановились на том месте, когда к нам подбежал человек и... Успокойся. Кого схватили? Захватчики забрали наш дом дальше по дороге. Там моя жена и мой сын. И попросил помочь. Ты бросил свою семью? А у меня был выбор. Я не воин. Я им помогу. Жди здесь. Так, зов родного дома. Вы собираетесь участвовать в новой истории? Давайте посмотрим, что там у него случилось. Так, на всякий случай. Сохранимся. Так, куда бы нам? На 11-11, давай вот сюда. Перезапишемся. Ну, пойдем. Нам идти, в принципе, недалеко, дойдем пешочком. Так, вот сюда. Ну, сразимся! За Алиф! Пушки! Эти вот большие, они такие тупые вообще просто. Они стоят, ничего не делают. Тот человек говорил о жене и ребенке. О, стрелы. Так, тут кто-то ползал, по-моему. Смотрите, как много стало падать с них всяких припасов. Куда? Что-то мне подсказывает, что там уже никого нет. Если честно. Никого нет. Может, они снаружи? Никого нет, и мне кажется, уже и не будет. Судя по тому, что... Никто не кричит. Белье еще сырое, значит, напали недавно. Ну да, а куда идти ты предлагаешь мне? На мостик? Может быть, туда? Крови. Здесь кого-то убили. Мне кажется, мужик остался без семьи. Не надо было бросать. Тело тащили, потом сбросили в воду. Игрушка. Его родные погибли. Нужно ему сказать. Ну,
Но он изначально сказал ему, что ты дурак, ты бросил свою семью. Хоть ты и не воин, но может быть могло... Может, мог бы и спасти их, кто его знает. Господин, вы их нашли? Твоих родных убили. Мне жаль. Почему вы их не спасли? Я бежал. Бежал как трус. Это должен был ты сделать. Я тоже должен был умереть. Это не твоя вина. Их смерть не должна быть напрасной. Борись с захватчиками. Помогай людям. Да, господин. Оберег благополучия. Так. Нам дали с вами оберег. Мы его можем применить, кстати. При исцелении запас здоровья пополняется еще на 7,5%. Неплохо, неплохо. Так. По поводу Рикири, по ту сторону чести, самурая. Нам надо до него доехать все-таки. Мы с той серии пытаемся прийти к этому самураю. Так, ветер не работает. Весело. А куда идти? По ту сторону самурая. Так, нам надо перейти реку. Сюда! Почему-то звук пропал. Ты это не из-за путь. Меня. Это точно не я. Лапис с вами поздоровался. Наверное, вы его слышите. Пошла! Лафичкин, иди сюда. Лафичкин. Так, вот здесь непонятно, куда нам забираться. Наверх? Или куда? Мне кажется, там монголы, если честно. Хотя тут птичка. Да, тут монголы, прикиньте. Вот это мы пришли. Или тут нет никого? Странно. Все побросали, припасы лежат. Непонятно. А чё все валяется? Чё все бросили? Ну ладно. Раз не нужно, мы заберем себе. Странно как-то. Снаряжение обновлено. Так, облачение путника. Мы можем прокачать облачение путника, либо доспехи клана самурая. Мы ходим сейчас вообще в чем? В доспехах. Ну, без бронника мы все равно ничего сделать не можем, поэтому пока что собираем, ходим. Там уже посмотрим. Птицы эти летают. Слушайте, я не знаю, как бы есть нам пока что дело до птиц или нет, что они дают нам. Я что-то пока не хочу за ними идти, если честно. Куда вот ты далеко меня отведешь? Мне. О, увидели? А, она пропала. Она застряла в текстурах. Куда? Наверх? Слушай, ну я что-то не хочу туда лезть. Ой. Она меня сейчас с пути опять собьет. И в итоге мы опять потеряемся. Куда вот ты меня опять гонишь?
Источник. Но источник — это хорошо. О, 18+, серия 18+, все. Придется блюрить. Мой дядя, мой отец. Давай, отец. Никогда не забуду день, когда убили отца. Я спас бы его. Будь я старше и сильнее. Лафи. Если бы не испугался. Лафичкин. О, у нас запас здоровья увеличился. Это хорошо, кстати. Это замечательно. Видимо, источники тоже за счет того, что он отдыхает в них, можно увеличить запас здоровья. Не просто искупаться. Это хорошо. Птичка нам помогла. Только как отсюда теперь выбраться туда, куда нам нужно? Лафи. Иди сюда к нам. Лафи, иди к нам. Иди к нам, мой хороший. Чего ты раскричался? Так, куда нам нужно было идти? А, стойте, по-моему, я туда и шла. Ой. Я просто не уверена, что я там все собрала, а в итоге могла что-то забыть. Но не хочется возвращаться тоже ради там двух припасов. По ту сторону чести. Это что такое было? Слушайте, но по сравнению с третьей серией стало намного-намного лучше. Нету вот этих проседов, как было в третьей части, когда я проходила. Это я смогла решить как раз вот с этим Remote Play. Но поскольку картинка все равно немного мыльная, я не стала отменять заказ на захват. Карта видеозахвата. Не стала ее отменять в заказе. И с ней будет картинка намного лучше, намного четче. Можно будет вывести не через запись экрана, а через источник напрямую. Поэтому ничего отменять не стала. Придет она во вторник. Сегодня пока что у нас пятница. Вот, так что ждем. Надеюсь, что она будет работать. Мне не пришлют сломанную или неисправленную какую-нибудь. Не придется ничего доказывать. Вот, так что ждем карту. Пока что играем так. В принципе, у меня получилось побороть этот Remote Play. Но она все равно немножко мылит. Это 720 все-таки. И то в 720, как бы, ну, неплохо все равно. Неплохое качество. Вот, но с карты будет... Можно будет до 2К вывести, 2 или 4К. 4К, конечно, это очень круто, я не хочу такую прям нагрузку делать большую. А вот в 2К или в 1080 будет очень такая сочная, красочная картинка, контрастная, без мыла. Поэтому ждем, ждем, ждем. Очень жду, я никогда не думала, что я куплю карту видеозахвата вообще за такие деньги. Какая нервная картина. Вообще, чей это дом? Вообще не думала, что я буду покупать карту видеозахвата. Но хочешь развиваться, как бы, не вкладывая, это невозможно. Поэтому не жалею. Я думаю, что я останусь довольна. Я думала, это господин Дзинроку, но вы другой самурай. Добро пожаловать. Другой самурай? Вы не слышали про самурая Дзинроку? О нем слагают легенды. Я бы хотел с ним познакомиться. Когда он будет? Скоро. Оставайтесь на ужин. Послушайте его воспоминания. Это так интересно. А, здесь, по-моему, такой смешной будет чувачок, за которым мы потом бегать будем. Я вернулся из опасного похода. Не бойтесь. Да-да-да. Лже-самурай. Я не ждал гостей. Но, конечно же, мы вам рады. Спасибо. Не знал, что кто-то из самураев выжил. Жестокая была битва, верно? В тот страшный день берег Укамацу окрасился красным.
Мы сражались у комоды. Ну, конечно. Простите, я устал с дороги. Набы приготовят вам ванну. За ужином еще наговоримся. Прошу за мной, господин. Ванна перед ужином? Интересно. Пришел что в гости. Что ты знаешь о господине Дзинроку? Он все нам рассказывает. Если бы не он, монголы забрали бы уже весь остров. А какое у него оружие? Ради спасения Цусимы он отдал все, кроме лошади. Она в конюшне. Ванна подождет. Хочу взглянуть на лошадь. Это очень забавно, да, то, что перед ужином ты пришел в гости, и тебе говорят, чтобы ты принял ванну. Ну, такая странная тема. Нет, хотя это очень удобно, на самом деле, ходить по гостям, мыться у них, поесть еще и поехать домой к себе. Где лошадь, я понять не могу. Это она меня ведет, или мы куда? Что-то она ходит, бродит. На лошадь взглянуть. Крестьянская лошадь. В бою не бывало. Инструменты. Самые обыкновенные. Это седло принадлежало господину Хигути. Дзинроку не самурай. Я выясню правду. Вот такая вечеринка. Самозванец. Сейчас бегать за ним будем. Ну, по-моему, всегда были эти лже-самураи, лже-воины, которые пытаются за счет других себе какие-то славы, награды приписать. Где Дзинроку? Он ушел, когда вы отправились принять ванну. Что-то срочное. Я его найду. Ага. Выследите Дзинроку. Найдет. Свалил уже. Ну ты спускаться будешь? Так, только я не помню, в какую сторону идти. Не помню, куда он уходит. Куда он убежал. Вон туда. Да подожди, встань. Ты не подскажешь? Мне кажется, ли это он стоит? Нужно поговорить. Да. Ах ты ж. Жук. Куда ты бежишь, глупец? Первый раз, когда играла, потеряла его из вида. Прекрати. И потом не могла пока найти. Пока еще не поздно. Я не хочу убивать тебя! Остановись! Куда он прыгнул? Я ничего не сделал! А, вот он. Я вызываю вас на поединок! Ага. Ты хочешь драться? Да! Другого пути нет! Ну, если тебе так хочется. Зря он. Очень-очень зря. Я бы не советовала, я бы на его месте отказалась уже.
хочу умирать. И я сдаюсь. Простите. Я же говорю. Кто ты на самом деле? Никто. Я просто пытался выжить. Ты притворяешься самураем. Позоришь гордое имя. И обманываешь этих женщин. Я знаю. Прошу вас, господин, отпустите меня. Я туда больше не вернусь. Уходи. Но если я снова увижу на тебе эти доспехи, убью. Я ничего не сделал! Болван. Расскажу женщинам правду. Ко мне на ручки хочешь? Лафи, ну... У меня не получится взять тебя на ручки. Иди сюда, иди на ручки. Ко мне. Ой, пришел к вам. Смотрите, кто. Садись. Садись, садись. Ну, Лафи. Садись. Смотрите, кто к вам пришел. Пушистик, да? Пушистик. Лафи, давай поиграем. Господин Сакай, с возвращением. Динраку не тот, за кого себя выдает. Он никакой не самурай. А, так он вам рассказал. Вы знали, что он лжет? Он безобиден, и нам с ним было веселей. Надеюсь, вы его не убили? Он жив. Но сюда не вернется. Ну что ж, скажу остальным, что он ушел в поход. Раньше-то без него как-то справлялись. Вот так вот. Все все знали, а время мое использовали. Оберег теней, оберег скрытности. Давайте посмотрим, что он дает. Снижает скорость обнаружения на 10%. Не знаю, мне кажется, вот эти вот они более выгоднее, чем тот, который дает про скрытность. О, доступен новый дар у алтаря. Так, нам бы забрать его сходить. Нет, 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 нет. Ты мне дашь поиграть? Чудик. Ты соскучился. Лафичкин, ну. Моя Люси. Ты мне дашь поиграть? Так. Нам надо решить в итоге, куда мы дальше едем. У нас есть две истории. Предводитель, но она, наверное, далеко находится. 900 и 1,7 километра. Сломленный кузнец 2,2, 1,7. Так, ладно, поехали там, где 900, к Масаку. О, кстати, мы можем забрать дар, по идее, и с Масаку встретиться, так что поехали. Даже если монголы захватят Цусиму, мы все еще сможем. Уверен? Я слышал, как об этом говорят монахи. Они боялись, что монголы достанутся. Если нужно заточить оружие, это я могу. У нас нет железа и стали, потрясающе. Прошу прощения, но этого не хватит для работы, господин. Увы. Господин Сакай, скорее сюда! Госпожа Масаку. Есть вести об убийцах вашей семьи? В списке, что мы нашли, первое имя Садао.
Это староста деревни Кута. Кута служила вашему клану. Почему он вас предал? Потому что он неблагодарный мерзавец. Мой муж сам назначил Садао старостой, чтобы негодяй потом убил его детей. Я знаю, что он спешно бежал из Куты в ночь нападения. Значит, прослышал, что вы выжили. Садао — коварная змея. Но его брат Хати — глупец. Он только что проехал мимо храма, повез еду для беженцев. И наверняка заглянет туда, где прячется брат. Вот тут-то мы его и поймаем. Предводитель. Так, сейчас мы посмотрим. Надо идти, иначе мы его упустим. Что нам тут нужно делать? После всего, что случилось, не ожидал вновь увидеть вас в этом храме. Я пришла, чтобы отыскать брата Садао и оплакать мертвых клана Адати. Вы дали семье достойное погребение? Нет, пока убийцы на свободе. После смерти отца я простился с ним в ту же ночь. Это помогло унять боль. Я похоронил их. Довольны и этого. Пока что. А когда вы в последний раз спали? И ели? Я ела рис и рыбу. Вчера. Даже юным воинам необходим отдых. И сытый живот. Ты считаешь меня старой, господин Сакай? Я бы не осмелился. Будь уверен, моя рука тверда. Ой, врезалась мне. Мы уже должны были нагнать Хати. Куда он мог пойти? Обе дороги изъезжены. Осмотрим здесь все. Он где-то рядом. Ищите Хати. Ну как, по следам его найти? Я не знаю, как его искать. Нет, так его не найдем. Туда идем? Наверное, да. Масако, там человек с тележкой. Это Хати, брат Садао. Уходит. Последуем за ним. Близко, но не попадаясь на глаза. Ну давай. Ой, вот я говорю, вот это вот косячное управление. Если встретим монголов, каждый сам за себя, дружище. К нему кто-то пришел. Нельзя, чтобы нас увидели. Да, вода. Взятая. Покажи. Пожалуйста. Нам обещали сокровище. Ты достал? Пока нет. Зато есть кое-что для вашего гостя. У них встреча. Мы передадим. Он передал им записку. Я еще загляну, как обычно. Мы будем ждать. Забудь о повозке. Следуй за лошадьми. Старст. Все равно болван. Но саке у него славное. Сегодня он саке не принес, только записку. Эта записка дороже твоей жизни. Если мы ее не доставим, староста нас убьет. Садао человек семейный. Только семья скверная. Его братья разбойники. Помните бунты из-за нехватки риса? Поместье Кута. А кто, по-вашему, нанял разбойника, чтобы убить бунтовщиков? Садао, староста. Трус. Так и знала. Вот-вот. Так что не забывайте о резне в Куте, когда вспоминаете старость.
дом дровосека. И там разбойники. Двоюродные братья Садао. Наверное, он здесь. Мы этого не знаем. Но скоро точно выясним. Предатели! Ну и пошла нападать, конечно, молодец. Она как-то неподготовленно пошла нападать на них. Даже ни противоборства, ничего не было. Мы хотя бы двоих могли вырубить. Вот с бабами вечно вот идешь. И по итогу они потом одни проблемы создают. Так, здесь мы не заберемся. Так. Вон он. Нормально? По текстурам. Ладно. Не будем к нему залезать. Записка от Садао. Хати передал ее охранникам. Где прячется, не сказано. Так, Хина. Поползли слухи о моем участии в резне в поместье Адати. Я знаю, что это не ты меня выдала. Тебе известно, что это подвергнет опасности не только мою жизнь, но и твою. Не показывайся никому и ни с кем не разговаривай, пока я не пришлю людей. Верь моим братьям, они верны мне и смогут тебя защитить. Если видишь кого-то с этим знаком, сразу убей себя. Люблю тебя, Садао. Ну, какое-то странное приказание. Мертвецы не отвечают на вопросы. В доме кто-то есть. Он и ответит. Позвольте сперва мне. Да уж, опять замочит эту бедную женщину. Пожалуйста, я ничего... Не надо бояться. Мое имя Сакэ. Кто ты? Хина, жена Садао. Мой муж невиновен. Это монголы убили вашу семью. Где твой муж? Я не знаю. Ты лжешь. Она поможет. И здесь ей быть нельзя. Я заберу ее в свой дом. Она же убьет меня. Никто тебя не тронет. Эх, чуть-чуть не хватило до одной. Оберег решимости. Давайте посмотрим. Увеличивает обретенную решимость на 15 значений. Процентов. Так, благополучие, неуступности, решимости. Вообще, на самом деле, снижает получаемый урон.
Давайте, наверное, решимость возьмем, потому что мы хотя бы, когда она увеличится, сможем вылечиться. А со снижаемым уроном мы особо и не вылечимся. Так, супруг. Мы с госпожой Масако выслеживаем старосту Садао, одного из тех, кто стоит за убийством ее семьи. Масако держит в плену жену Садао в надежде выведать, где прячется предатель. Если бедная женщина не заговорит, я опасаюсь за ее судьбу. 740, километр 800, километр 300, 400. Давайте супруга, 740. Вроде недалеко, и мы еще можем переместиться, да? Так, ну я так понимаю, мы здесь все уже исследовали особо. Толку никакого нет. А вот есть бамбук. Больше материалов я здесь не видела. Поэтому давайте переместимся, наверное, вот сюда. Быстрое перемещение. Сказитель. Это что такое? А, да. Давайте. И отсюда уже пойдем к... Я знал человека, который утверждал, что заключил сделку с Так. Золотой лес, кстати, красиво. Мне очень вообще природа нравится здесь. Это прям любовь. Сколько было разных скриншотов сделано, когда только игра вышла, и мне прям вообще очень запало в душу природа Японии. Опять. Ну не надо на меня нападать, не хочу. Не хочу, не буду. Поместье отдайте. Мы пришли. Господин Сакай. Подожди. Сейчас мы у тебя тут соберем цветочки, лепесточки, припасы. Хотя мы тут уже были, все собирали, нам еще раз накидали припасов. Почему бы и нет? Господин Сакай. Да-да. Госпожа Масако. Жена предателя сказала, где он прячется. Когда я спрашиваю, она сразу опускает глаза и в слезы. Легко понять. А мне что делать? Может, ее очарует молодой самурай? Она в доме. Ждите. Супруг. Так, нам нужно поговорить и узнать, где прячется предатель. Давайте попробуем. Господин. Да-да. Госпожа Масако хочет меня убить. Это видно по глазам. Я ей не позволю. Но мне нужна помощь. Я рассказала все, что знаю. Хати относит твоему мужу послание. Она знает, где он. Рано или поздно Масака найдет их обоих. Нет, вы должны его спасти. Мне нужно добраться до него раньше нее. Где он мог спрятаться? Ты его знаешь. Дайте подумать. Это важно, Хина. Твой муж убил невинных людей. Я вернусь. В смысле, так а... Мне сказать, где он прячется? Ну. Я дал ей время подумать, где он может быть. Что-то ей предложил. Давайте пройдемся. Туда, где она нас не услышит.
Я сказал Хине, что попытаюсь спасти ее мужа. Ты же знаешь, что я его убью. Мне нужно было ее доверие. И ты солгал. Я сказал, что попытаюсь. И это правда. А что ты ей скажешь, когда ничего не выйдет? Скажу, что вы не сумели его простить. И я не мог встать между вами и правосудием. Куда я здесь не посмотрю, гибель моей семьи все время перед глазами. У вас была родня, прежде чем вы перешли в клан Адати? Вы можете вернуться к ним? Мой старший брат умер несколько лет назад. А сестра, на нее напали убийцы. Я узнала ее только по золотому поясу. Зря я напомнил вам о том дне. Я никогда не забываю. Здесь должна быть музыка. Что? Здесь мы с внуками сочиняли песни. Так мы чествовали смену времен года. Я больше этого не услышу. Проведите влево, чтобы сыграть на флейте, доставшейся вам от покойной матушки. Спасибо. Как-то грустно стало. Не трогай меня! Хина! В дом, скорей! Мне кажется, мы ее уже не спасем. К сожалению. Ну да. Ищем убийцу. Быстро! Надо осмотреться. Должен был остаться след. Сюда. Как-то он в листьях теряется. А зачем вот было убивать Хину? Чтобы помешать нам найти Садао. Предатели знали, что она у нас. От дома лесоруба сюда путь не близкий. Ее многие видели со мной. Вы все подстроили. Сделали ее наживкой. Надеялась, ее муж попадется. Зря вы мне об этом не сказали. Чтобы ты помешал? Я обещал ее защитить. След всего один. Убийца пришел без помощников. Хина мертва, так что он нам нужен живым. Музыка очень напоминает Ведьмака. Помогите! Вот кому. Он нужен живым. Кровь идет! Рана глубокая. Не хочу так умирать. Кровь идет. Помогите! Поющие сверчки. Чего-чего? Поющие сверчки — это символ прихода осени, о котором нередко слагают стихи. Некоторые держат сверчков дома в маленьких клетках, чтобы слушать их пение. В природе сверчки водятся где угодно, но, как говорят, больше всего их на кладбищах. Там они поют колыбельные мертвым.
Собирайте сверчков, чтобы выучить новую мелодию. Только не вы! Что случилось? Куда? Спасите убийцу, где он? А, все, вижу. Тут очень часто на вот этих кладбищах тоже раскидывают разные припасы. Хати, брат Садао. Зачем ты убил Хино? Я думал ее освободить. Она не давалась. Хотела спасти Садао. Начала кричать, звать вас. Я не хотел. Где твой брат? Я его подвел, но не предам. Не смей умирать! Говори мне, где он! Он мертв. Нет. Хина умерла напрасно. Ее убили предатели, как и мою семью. Я не могу бросить поиски. Он доставлял брату послание. Может, и сейчас. Что-нибудь нашел? Эта карта принадлежала Хати, брату Садао, старосте деревни Кута. На ней отмечены пути снабжения, по которым ездит Хати. Карту пути снабжения? Он возил еду в лагеря для выживших. Возможно, Садао прячется в таком лагере. Отправляйся в ближайший из них. Найди главного монаха. Может, он сумеет прочесть карту. А вы? Похороню Хину. Это мой долг. Как закончу, найду тебя в лагере. Супруг. Так, ну это получается, мы уже прошли третью часть с Масако. В принципе, там осталось с ее историей немного. Оберег двойного разрушения, оберег нападения. С вероятностью 5% атаки наносит двойной урон. Тоже интересная тема, но я не знаю, есть ли смысл ее сейчас добавлять. Убийство врагов останавливает при исцелении. Нет, пока что с запасом я, наверное, так похожу. Потом, когда откроются. Так, мы с госпожой Масаго выслеживаем старосту Садао, одного из тех, кто стоит за убийством моей семьи. Масаго попросила меня договориться с монахом, который может знать, где Садао прячется. 640, 1,3. Ну, давайте дойдем, наверное, до монаха. Здесь, наверное, больше ничего нет. Так, а в какую сторону он предлагает нам идти? Туда. Пошла! Мне кажется, опять тут будут животные, потом монголы, сейчас нам все тут встретятся. Куда нам идти надо? Ой, это же вообще в другую сторону, мы тут еще не были. Вот, наверное, тут сейчас будет противостояние опять с монголами. Ну вот, как я и говорю, да, вот противоборство начинается. Ой, какой... Страшный какой мужичок. Так, двоих вырубили, но... Сталь, мы нашли сталь, это хорошо, кстати. Вот с больших мужиков много припасов падает, кстати. Но их и убить тяжелее. Так, а здесь кто? Поместье Адати? А, они стояли у ее поместья, получается. Я думаю, по-моему, мы здесь были. Так, отсюда нельзя спуститься, наверное, да? М-да.
Прочь на лошади. Я пешком не дойду. Сколько осталось мне? Ой-ой-ой, стой. Подвисло чуть-чуть. Сто метров. Так, а тут что за дом? Ой, я не хочу с ними драться, время тратить, лучше он до лагеря беженцев доскакать. Нужно найти монаха, который управляет лагерем. Возможно, он сумеет прочесть карту, что я добыл. Сюда, взгляните на товары, господин. Ой, ну колокольчики я и так найду. Благодарю тебя. На это ресурсы не хочу тратить. Господин, вы идете к остальным? О чем ты? Я слыхал, что в префектуре Адзама собирают отряд сопротивления. Кто-то еще хочет дать отпор монголам? Смело, но без должной подготовки это опасно. Я их разыщу. Ой, нам дали побочную миссию. А в Адзама есть люди, которые хотят сражаться с монголами, но они не самураи и подверга чего-то там. Сенсей Сикава не погиб при Комоде. Он уцелел в битве. Но как? И где... Такой искусный лучник мог бы помочь одолеть монголов. Этим он и занимался. Господин Сакай, я так рад видеть вас. Дзюнсин, я должен был догадаться, что ты здесь. Чем могу служить, господин? Хорошо знаешь округу? Я организовал эти лагеря. Эта карта тебе знакома? Мы даем такие тем, кто развозит еду на телегах. Тут отмечены лагеря, чтобы никого не обделить. Это что, кровь? Посмотри, здесь только ваши лагеря. Я слышал, что в Ариаке наши люди убивают друг друга. Предатели губят невинных людей. В клане Адати погибли женщины и дети. Помоги нам найти убийц. На этой карте отмечен маяк Ариаке. Там у нас в лагере нет. Люди говорят, там засели разбойники. Не разбойники. Гораздо хуже. Прибыла госпожа Масако. Думаю, она захочет говорить с вами. Почему они не пускают нас в святилище? Монголы сделают все, лишь бы нам жил... Что ты узнал? Староста деревни Кута может быть на маяке. Клан Адати построил это для Ариаке. У предателя нет стыда. Садао защищает. Мы не сумеем подойти незаметно. Пусть. Дадим предателю время, чтобы он успел ощутить страх перед грядущим. Идем. Но тут защищать придется, поэтому... Я не знаю, сколько на это время уйдет. Сейчас посмотрим, что они хотят. Отправляйтесь к маяку. Вот. Прочесть свиток. Току, надеюсь, ты найдешь это письмо. Когда пришли монголы, начался такой переполох. Помню, как ты схватила меня за руку, а дальше ничего не помню. Я везде тебя искала, но так и не нашла. Верю, что ты жива, и мы скоро встретимся. Отец поведет нас в Куту. Попытаемся уплыть с Цусимы. Если ты это прочтешь, поспеши к нам. Ага, это значит, у нас с Такой сбегает... Забыла, как ее зовут. Юна. Я так понимаю. Так. Ну что? Мы, наверное, пойдем к маяку на зачистку уже в следующей серии. Поэтому с этого момента мы и продолжим. Все. Наверное, сегодня мы пока закончим. И начнем активную историю. Четвертую из девятой уже с Масако на следующей серии. Все.
Всем огромное спасибо за просмотр. Всем большое спасибо, что вы уже находитесь на 5-й, получается, серии. И вам интересно смотреть прохождение с Призраком Цусимы. Также сделаю опрос после того, как мы пройдем основной сюжет, какую хотите игру проходить следующей. Но я так понимаю, что следующую мы будем проходить уже скандинавскую бога войны Рагнарёк. Я надеюсь, что нам ее доставят. Взяла физическое издание на диске и надеюсь, что оно придет. Не хотела брать цифру. Вот, так что, скорее всего, после Призрака Цусимы, если дойдет диск, у нас будет Рагнарёк, бог войны. А потом уже после него сделаю опрос, какие игры вообще у нас есть и во что мы можем поиграть и что можем пройти для записи. Все, всем большое спасибо за просмотр. Всем до скорых встреч, до следующей серии. Всем пока!